Все ясно. Спи. Спи. А мы его сейчас... Что? Минуточку. Учить там что? Брысь!
деда! Ну чего тебе, чего? Не спится, деда. Душно здесь. Это из чего же тебе душно-то стало? Или опять на каток потянуло? Хорошо на катке. Третий день покою не даешь. Даже медвежье дело зимой спать. Вот. Какое положение-то? Понял? Нет. Неужели убежал? Уговорил деда. Ну и правильно. А это зачем? Замечательно!
катался я, глядел, да и то помолодел. За пример да за науку мой привет родному внуку. Если ты...